Добрый день, меня зовут Захаров Константин, мне 34 года, я актер театра и кино. Я закончил актерскую мастерскую Сергея Рыжука в 2018 году. И также с 2018 года работаю в театре поколений. Мой рост 177 сантиметров, одежда 46-48, обувь 41. Я занимался спортивно-бальными танцами, хорошо двигаюсь, хорошо танцую, занимаюсь активными видами спорта, катаюсь на сноуборде, на вейкборде, занимаюсь акробатикой, прыгаю на батуте. Так что, если вам нужно будет сделать какой-нибудь трюк, я легко сделаю это сам. Спасибо за внимание!